остался в Фриуа? Фриуа – это моя жизнь, это моя работа, это то, чем, в общем-то, я живу и сейчас не знаю. Ну, собственно, все. Работа, возможность роста карьерного. Для меня Фриуа – это прежде всего место работы. А свое место работы я привыкла уважать, ценить и поддерживать его престиж. А во-вторых, это возможность сдать принципиально, получить современное российское образование. Вот наша работа, учебное заведение, которое позволяет получить образование студентов в других регионах. Ну, это во-первых, получение высшего образования для моих детей и для моих студентов. Это работа. Ну, можно сказать, уже и семья. Благодарность и надеюсь на плодотворное сотрудничество. Всего хорошего, успехов!